Всем, кто проснулся, доброе утро. На телеканале Видное ТВ проект «Утренняя зарядка». Я Леонид Чукин. С нами по-прежнему инструктор фитнес-центра «Прайд» Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, ну, мы уже накачали мышцы, потанцевали. А что будем делать сегодня? Сегодня мы будем заниматься с вами аэробикой. Отлично. Аэробика – это, наверное, самый традиционный вид зарядки. А в чем его главная особенность? Главная особенность, что мы будем двигаться просто. Это кардио-тренировка. Вы можете избавиться от лишних килограммов и получить заряд бодрости на весь день. Отлично. Звучит ободряюще. Тогда мы начинаем? Начинаем. Просыпайтесь вместе с нами. Итак, всем привет. Нас ждет утренняя аэробика. Марш на месте. Шагаем. Руки на пояс, приставной шаг, добавляем руки в сторону, можно увереннее двигаться, еще 4, так, 3, меняем захлест, 1-1. Раскрывайте локти в сторону. Еще 4. Будет 2. Захлёст. Внимание. Меняем. Еще 4. Так. 3. 2. Вернемся к началу. Степ-тач. Еще 8, 4 и захлёст. 1-1. Внимание, будет 2. Оп. 1. Добавим колено наверх по одному. Чередуем ноги. Поменяем руки. Сверху вниз. 4, так. И вернемся к началу. Приставной шаг. Восемь осталось. 4. 2. Захлёст. Готовим 2 раза. Смена. Колено по одному. Два колена подряд. Руки. Сначала степ-тач. Захлёст. 1-1. Два далее. Смена. Колено чередуем. Оп. 4. 2 колена. Руки сверху вниз. Внимание, руки за спиной, open step. 4. 1 рука перед собой. 2 раза. Смена. Только на правый. 4. Поменяли ногу. 4.
и центр перед собой. Оставляем, держим. Аккуратно собираем стопы и раскрутиться круглой спиной наверх. Глубокий вдох, выдох и еще раз. Вы молодцы. Аплодисменты вам.